Ребята, всем привет! С вами Китайка, и сегодня будем играть в игру «Малыш Жотом». Но перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Ну что, давайте начинать? Ночь первая. Мне страшно. Малыш, привет! Это снова ты? Так, покормите малыша, возьмите бутылочку в холодильнике. Я уже забыла, где тут холодильник. А вот он, да, вроде бы? Открываем, берем бутылочку. Надеюсь, малыш по мне соскучился. Малыш! Малыш! На, пей. Иди сюда. Фу, ты обкакался, малыш. Где тебя сюда? Посиди пока тут, я сейчас приду. А, нам же надо поменять им подгузники, да? Иди сюда. Вонючка! Так. Малыш? Ой, нет. Малыш. Как мне туда? Малыш? Я хочу туда малыша смыть. Поваляйся пока тут. Где твои подгузники? А вот они. Так, и как их взять? Отнесите малыша на пеленальный столик. Хорошо. Вот сюда его, короче. Малыш! Он так улыбается и пердит смешно. Это что у него? Возьмите подгузник. Берем подгузник. О! Он пропал! Малыш! Малыш, ты куда пошел? Иди сюда. Все, так, поменяли тебе подгузник. Уложите малыша. Пошли спать. Не смотри на меня так. Иди спать. Спать, я сказала! Найдите книгу. Так, книгу для сказок. Так. В далекой стране за океаном с темными звездами. Не надо нам. Звездами. Короче. Что тут дальше? Скучная сказка. Мне не нравится. Уйти и закрыть дверь. А малыш? А, он спит. Ну ладно, спи. А как тебя покачать? Не могу тебя покачать. Ладно. Так, закрываем дверь и все. Пойдемте смотреть телевизор. Та-ра-та-та-та-та. Так, садимся и смотрим. О, кошка! И что дальше? Малыш, подожди. Надо кошечку собрать. Что это за звуки? Ой, это что за картина такая? Что это надо сделать? А, это просто картина. Так, успокойте малыша. А где он? Малыш! Малыш, ты где? Мамка переживает. Так, я его потеряла. Все, я не знаю, где он. Малыш! А, ты вот он. Иди сюда. Не плачь. Как тебя успокоить? Уложите малыша. Ну ладно, пошлите его снова уложим. Не смотри на меня такими грустными глазами. Не получишь ты леденец, понятно? Так, на. Положите в кроватку нужную игрушку. Что тебе положить? Что ты хочешь? Ой, тут еще одна кошечка. На тебе вот киску. Киска! Она что-то не хочет браться. Ну и как ее взять? Ну и что она не берется? Ой, взяла. О! А куда она пропала? Я ее что-то потерял. А, вот она. Не плачь, малыш. На, возьми. Уйти и закрыть дверь. Закрываем. Отдыхайте. Так. Снова посмотрим телевизор. Так, ребят, ну что, у нас вторая ночь. Малыш смеется, смотри, правда забавно. Нянька, я прошу, не надо. Что не надо? Я не боюсь малыша. Так, возьмите бутылочку в холодильнике.
А где у нас тут холодильник? Идем, идем, идем. Эй! О! Бутылочка пропала! А я хочу бутерброд сделать. А где бутылочка? Заперто! Меня заперли! Это кто надо мной так прикалывается? Найти бутылочку. Как ее найти? Я не знаю, где она. Ребят, смотрите, как смешно написано. Кухня для чайников. Других кулинарных книг не нужно. Съешь своих демонов. Не говори о кухне. Не слышу о... Не вижу кухню. Что? Что это вообще такое? Где баночка? Где бутылочка? Я ее не вижу. О, бутылочка! Я нашла ее! Ура! Ребят, смотрите, я нашла ее. Дайте бутылочку малышу. Так, ищем теперь малыша. Малыш! А вот и малыш. Он так смотрит на меня. Отнесите... Эй! Так. Иди сюда, малыш. На. Кошечка, еще одна кошечка. Ребят, у нас уже три кошечки из 12. Так, возьмите под... Ой! Трусы убежали. Ребят, от меня бегают трусы. Это как-то очень странно. Куда побежали? Я вас догоню. Так, закрываем дверь, быстро. Ой. Трусы убежали. Ой, ой, надо быстрее дверь закрыть. Где вы? Ой, еще одна... Ура! Где трусы? Трусы? Так, идите ко мне в руки. Все, пошлите. Так, пошлите вниз. Где малыш у нас? Малыш. Все, теперь ты рад. Молодец. Покакай. Я шучу. Не перди на меня, вонючка. Уложите малыша. Да я его только что уложила. Не смотри на меня так, карапузик. Так, на, спи. Найдите книгу и сядьте. Хорошо, давайте сядем. Нужно сесть. Принц и крольчиха. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал, пора играть. Но его большие красные глаза испугали ее, и она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу. Принц бежал за ней и кричал, ее нужно остановить. Ой, что, куда книжка выпала? Я не дочитала сказку! Положите в кроватку нужную игрушку. На, кролика, иди сюда. На! Лови! Читайте дальше. А я не хочу читать дальше. Понятно? Я не хочу. Он не хочет. Так, ладно. Он бежал за ней за темными коридорами. Прыг-скок. Непрерывный. Короче, скучная сказка какая-то. Мне не нравится. Да. Ничего интересного. Уйти и закрыть дверь. Хорошо. Доброй ночи, малыш. Я пошла смотреть. Отдыхайте, посмотрите телевизор. Хорошо. Так, где тут наш любимый телевизор? А что тут? Освободите две души? Что? Ой, кто-то к нам пришел в гости. Кто к нам в гости пришел? Кто это? Подсилка! Что это такое? Так. Наконец-то можно посмотреть телевизор. Ладно, давайте смотреть телевизор. Так. А что по телевизору ничего не показывает? Ну, какой-то сломанный. Ребят, ну что, у нас третья ночь. Спокойной ночи, сладких снов. Я покажу тебе свои сны.
Мне страшно. Вот сейчас мне, правда, ребят, страшно. Так, посмотрите телевизор. Да бы я уже задолбалась его смотреть. Я не люблю смотреть телевизор. Поднимитесь и успокойте малыша. Хорошо. Он что там делает? Мне страшно. Малыш? Что тебе надо? Уйти и закрыть дверь. Что? Я только поднялась. Капризный ребенок. А может быть сырный, может быть сырный тост? Ну давайте сделаем. Где у нас кухня? Так, взять кусочек тостика. Разместить хлебушек. Нам нужен теперь сырок. А давайте сделаем бутерброд. Так, возьмем кусочек ветчины. Разместить ветчину. Так, что там еще идет? Помидорчик. Помидорчик. А потом сырок положим еще. И давайте это все, короче, еще побольше ветчины. Я люблю много ветчины. Если ты тоже, то ставь лайк. Так, потом давайте еще взять огурчик солененький. Так, потом лук я, ребят, не люблю, поэтому лук я ложить не буду. Еще разместить. Так, потом побольше колбаски положим, еще побольше. Еще кусочек сыра. Ну, я думаю, хватит, да? Нет, давайте еще побольше колбаски. Как-то у нас мало колбасы. Так, это ветчина, точно, я забыла. Ой, я закрыла холодильник. Что это за рисунки на холодильнике? Ужас какой-то. Ребята, вы любите грибочки? Давайте еще грибочки положим. Так, еще кусочек. Ребят, вам нравится мой бутерброд? Мне прям очень. Так, давайте еще грибочки возьмем. И еще ветчину. Все, теперь можно хлебушек положить. Смотрите, какой у меня бутерброд получился. Ой! Покормите малыша. Что? Что здесь произошло? Ой. Ой. Так, бутылочка. Что это было? Почему закрылась? Ой. Что-то мне как-то тут холодно, ребята, по холодильнику-то ходить. Я заблудилась. Ой, я запуталась. Куда мне идти? Ой. Малыш! Малыш! Малыш, спаси меня! Я нашла выход! Нет, я не нашла выход. Малыш! Малыш, ты где? И что, все? Я теперь тут навеки вечные, что ли, буду? Ребят, я правда не могу найти выход. Так, тут мы были, да? Сюда, сюда идем, сюда, 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 сюда. О, я нашла выход! Ура! Так, покорми малыша, чудовище. Сам ты чудовище, а я не. Ой, а чё он на меня так смотрит, малыш, ты чё? На, ешь. Да ты каждый раз какаешь. Задолбал. Куля. На! Так, берем подгузник и относим. Что это было? Малыш, так, веди себя нормально. Малыш! Сумасшедший ребенок, я тебя в детский дом сдам. И что мне делать? Так, разбейте защитное стекло наверху. Малыш! Где защитное стекло? Как? Малыш! Малыш, иди сюда! Малыш! На! Так, отнесите малыша в спальню. Хорошо.
Пошли наверх. Все? Что? Что это такое? Малыш! Малыш, ты куда пропал? Так, ну-ка быстро спать, я сказала. Положите в кроватку нужную игрушку. На, барана тебе. Так, как ее взять-то? Ой, мы взяли, да? Все, мы взяли. На, спи, малыш. Так, найдите книгу для и сядьте. Хорошо. Принц и овца. Да. Не хочу ее читать. Она слишком скучная. А-а-а! Что это? Малыш? Что ты на меня так смотришь? Что происходит? Доброй ночи, и вам тоже. Ребята, ну что, вот мы еще раз сыграли в нашу любимую игру про малыша. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подпишитесь. Спасибо.